Итак, привет, дружище. Ну что, наступил наконец-то тот день, точнее, даже тот вечер, когда я прокачаю своего Динамо. Вот, так что усаживайся поудобнее, лепи свой королевский лайк, тем более видео выходит достаточно поздно. Ну а после того, как посмотришь это видео, жду тебя на стриме. Возможно, даже сегодня будет что-то необычное, ну, по крайней мере, для моего канала. Я уже давно не играл в PUBG. Хотелось бы посмотреть, что там происходит. Ну, если найду себе компанию. Ну, короче, глянем. Ладно, не суть. Вот это вот сейчас долбанем все. Смотрел ваши комментарии. Плюс мне в телеге писали люди. И как бы остановился на одном варианте прокачки. Будет видно. О, смотри, когда прокачка Динамо, да? Ну, ждали же, ну, поставьте лайк. Короче, решил я остановиться на одном виде прокачки. 5 раз я его еще могу поменять. Вдруг, если что, какие-то проблемы. Но, тем не менее, надеюсь, я с ними останусь. Давайте пока начнем с того, что мы просто эволюционируем данного господина. Так, есть. Это есть. Так, у нас первая эволюция пошла. Дальше смотри. Давай зеленые книжки. Ну же, я надеюсь, прокачка вообще у нас пройдет быстро. Если честно, ну, хотелось бы его использовать на битве гильдий, не в защите. Ну, куда мне защищаться, да, у меня силы мало, друзья. Хотелось бы как-то его использовать в нападении. Но, как бы, короче, можете смело накидывать в комментариях тактики. Посмотрю, что там, как там, для чего и почему. Эволюционируем, делаем вторую эволюцию. Камон, иди сюда. Смотри, опа. Опа, снова используем зеленые книжки. Это мы тоже используем. Ну, давай, синие. Вообще все тратим. Как не... О, господи, что я зеленые книжки погнал? Подожди, как... давай от этих красных избавимся. Вот у нас еще эти синие есть. И все, тут можно спокойненько уже золотые пускать, да? Но у меня закончились значки почета. И вообще у меня и самоцветов, на самом деле... Мало, помните? Помните, ребята, сколько мы их потратили? Так, как мне получить значки почета? Продать книжки. Давай сразу, не знаю, штук 200. Давай 10 миллионов сделаем. Ну а как по-другому? Как, друзья, по-другому? Давай, усовершенствовать, бац. Дальше, идем, улучшить, добавить опыт. Ну и все, и прокачиваем на максимум. Опа, красота. Просвет у нас, кстати говоря, уже максимально, это радует. По умению. Слушай, давай ему талант выбьем. Там ему и проклятые доспехи ставят еще только, короче, что у меня по эмблемам есть. Ага. Подожди, ёпта, сюда заходим. Поменять. Пара-пара-п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 а
не густо. Ну ладно, ну допустим вот так вот. А сюда будем пытаться выбить щит дракона. Вот. Пока посмотрим так. Так, давай. Давай, каменная кожа. Нет, это не то. Целитель душ тоже не то. Призма, нет, не то. Комета, нет, не то. Разброс тоже не туда. Щит дракона, священный суд. Ну, вот мне интересно, как это вместе будет работать. Короче, это все еще будет смотреться, это все еще будет переделываться. Пока что сделаю так, а дальше будем думать. Давай, давай, призма. Коррозия. Просто хотелось бы, чтобы он пожил подольше. И хотелось бы побыстрее выбить щит дракона. Ну, я не скажу, что... мне жалко коробок, у меня их много, и девать их некуда. Мне жалко времени, и вашего, и своего. Хотелось бы вот взять и по-быстрому выбить. Не сидеть тут полчаса не тыркать, при том, что ты быстро тыркать не можешь, да, потому что тут, видишь, это пауза, защита как бы от дурака, ну, оно и понятно. Но сейчас даже... ну да, не, пролистнуть легко, конечно, можно, но все равно слишком большая пауза. Слишком большая пауза. А, выпадет проклятый доспех, тоже мы, наверное, вторым талантом поставим, посмотрим. Так, ну давай, мне уже... Ой-ой-ой. Давай.
Я уже даже не помню, что там по умению Динамо делает, понимаете? А, я уже как бы все забыл, я там не знаю, помню, поиграл, не поиграл, прокачивал я кого-то там, чего-то, Динамо нет. Каменная кожа. Не, ну на первое время могу вообще взять, психануть, типа огненную защиту ему прокачать, вообще похеру. Потом как-нибудь уже на стриме с вами посидеть. Ну давай еще 29 коробок откроем, чтобы слишком долгое видео не делать. Я ему поставлю огненную защиту, а на стриме уже вместе в четверг будем сидеть, ковыряться, смотреть, что из этого получится. Давай, 23 коробки, посмотрим, что там выпадет. Ну, даже, блин, что-то на видео мне... Я могу, конечно, это все вырезать, да, и... Ну, все равно хочется, как бы, чтобы вы видели, сколько попыток и времени потрачу на выбивание этого добра. Ну, как вы видите, до хера. Вот и просто сидеть сейчас долго, знаешь, не особо хочется тянуть время видоса. Не, ну, конечно, хорошо, я могу в видос побольше рекламы вставить, но, блин... Мне бы его побыстрее опубликовать, это уже почти 10 вечера. У меня нету видоса никакого, все тянул до последнего, да и особо времени не было. Призма уже второй раз падает, а как-то щит дракона что-то не виднеется. 7 коробок, друзья. Если сейчас за 6 коробок не получится выбить, то через 5 коробок уже тогда это будет все на стриме делаться. Ну, а пока просто... Типа, плевать, долбанем огненную защиту. Хотя было бы хорошо прочитать умение, может, там она как бы вообще и работать не будет. Так, призывает энергетическую сферу на 2 случайные вражеские цели. Цель находится в центре эффекта. Сфера наносит урон в размере 121% от атаки героя по цели. Так, этот урон игнорирует эффекты. Когда у этого героя менее 50% здоровья, он восстанавливает 6% здоровья каждую секунду. Не может получать более... 40 тысяч урона за удар и получает иммунитет ко всем состояниям. Не, ну, кстати, да, нахер ему огненная защита. Да, ему по факту, блядь, щит дракона нужен. Блядь. А-а-а! Падай уже давай. Падай. Не, ну, как бы огненькая. А, ладно, похер. Давай, падай уже, щит дракона. Была бы у меня эмблема 10-го щита дракона. Было бы классно. Бля, короче, это пипец, ребята. Я устал, это раз. Во-вторых, мне надо как бы уже видео выпускать. Мне его пока смонтируется. Пока загрузится вот это вот все. Пока оформлю. А я не могу выбить талант. Короче, оставляем проклятый доспех. Вот. Хуже не будет. Подожди, какой, блядь, нет, не престиж. А, да. Хотя, нет, подожди. Короче, реально, уже на стриме буду ролить другой талант, потому что тут я, судя по всему, я тыркался. Тут можно бесконечно сидеть, как я понял. Ладно, мне уже, смотрите, я уже... Я уже зевать начинаю, извините, ребят. Пишите в комментариях, кто теперь за меня, скажем так, зевнул. Где мой... магазин. Так, войти. Это не то. Купить предметы. Обмен славы. Шлава. Да, кстати, эта штука для меня неожиданно закончилась. Так, и берем, улучшаем. Так, надеюсь, эти блатные камушки у меня есть. Да. Они у меня есть. Все, у нас 10-й талант. Не знаю, давай на первое время какого-то питомца поставлю. Так, пока у нас такая руна, 10-й талант, можем, знаешь, даже реликвию прокачать. Благо у нас есть одна повторка. И давай дальше. Ну и все, повторки нету, но уже даже какая-то реликвия есть. Кстати говоря, у меня 1 миллион 270 тысяч силы. Теперь переходим медленно и упорно к аугментации. Так, давай, полетели. Так, опа. Ну и продолжайте, я вас спросил это в комментариях, напишите, кто как прокачивал Динамо, да, где кто использует. Ну, как бы мне кажется, людей в личку написало больше, чем в комментариях, если честно. Так, ну что, давай здесь-то попробуем точность поймать, тем более у меня как бы особо, ну, еще там ставят крит урон, то, точнее крит удары, вот это вот все. У меня просто, как вы знаете, как вы видите, не особо есть ресурсы. Надеюсь, рандом думает, что я сейчас ролю
уклон, и он мне даст нормально точности. Уклон. Нет, смотри, ни уклона, ни точности не дает. Сволота такая. Точность 4. Атака. О, пятая точность. Здравствуйте, иди сюда. О, пятый уклон, видели? Ну, конечно же. Он сейчас чухнул. А, нет, смотри. Я уже хотел жаловаться, что, типа, он чухнул мой тайный план, да? Типа, что я там хотел. Но нет, смотри. О, еще уклон. Ну, то есть, смотри. Как только ты начинаешь ролить точность, тебе начинают падать уклоны. Когда ты ролишь уклоны, да пошел ты нахер, как говорится, да? Ясно, понятно. Ну, хотя, в принципе, и грех жаловаться. Точность тоже падает. Так, давай нам четвертую. По-быстрому, чтобы... О, пятый уклон вообще. Чтобы нам еще осталось пятую наролить. Нет, не дается. Так, атака. А, еще давай. Ну по факту, как бы даже выгоднее было бы вот так оставить, потому что, ну, в целом точности станет больше, ну, как бы, нет. Хочется, чтобы и созвездия там качнулись, точнее, не созвездия, а чарочка. Так, четвертая точность, давай дальше. Сколько? Ну вот 5000 самоцветов уже потратили. Атака. Давай. Уклонение. Ну что будешь делать без уклонения, когда ты ждешь точность? Хочется одинаковые просто созвездия. А так бы я уже, наверное, собрал бы, ну, типа, смесь уклона и точности. Атака, крит-удар. Ну, крит-удар тоже, ну, как бы, пошел бы, я думаю. Что я хочу все-таки нападать этим героем на битве гильдий. Так, точность, окей. Вообще, ну, как бы, в принципе. Короче, нормально. Будем тестить. Может быть, и нахер не надо будет щит дракона. Будем, ребят, смотреть. Что из этого будет получаться? Может быть, я его вообще не буду использовать на битве гильдии. Будет бегать у меня с проклятым доспехом. Может, я ему вообще ПП эмблемами засуну и все. И не буду париться. Ну, давай ты уже, дай ты точность, а, сволочь такая. Да, нам еще... О! Нам еще за 450 ролить. Четвертая точность, нет. Давай пятую, брат. Давай пятую. Ты же постоянно даешь, когда я ролю уклон. Эй! Эй, слышишь? Ну-ка, и внимание, осторожно отойдите от экранов. Сейчас будет детский, глупый, тупой, даже не прикол. Эй, слышишь, ты мне в попу дышишь. Бля, вот я не знаю, короче. Просто накатило детство. Почему-то мне эти словосочетания пришли в голову. Может быть, это посттравматический синдром из-за того, что вы сейчас видите на экране. Мне как бы ничего не падает. А у меня-то осталось, нихера не осталось, блядь. Нихера не осталось. Последние 450. Да что ты, блядь? Ах ты ж. Ясно, короче. Ай, я не хотел сюда нажимать. Я хотел использовать карточки, давай. На стриме здесь можно будет тоже попробовать две точности выбить. И это, кстати, реально. Это реальнее, чем уклон. Потому да, на стриме у нас долгий, упорный роллинг всего этого дерьма будет. Сейчас вот одна точность выпала, допустим. Ну, пока что живем так. Впоследствии, конечно же, это будем все улучшать. Так, созвездие. Основная информация. Пока что вот делаем так. Ну и, наверное, какой-нибудь священный суд. Ну или пенек, если первый выпадет. Тар-тар-там. Ну давай еще, блядь, тоже 5000 коробок. Я еще так думаю, о, возьму, да. А вдруг самоцветы останутся? Возьму, да как по ролю героев. Как на выбиваю повторы к Динамо, которых ты не можешь выбить за роллинг. Ну, типа, все равно, знаешь, мечтать-то никто не запрещает. Вот о чем вы мешаете? Мечтаете.
Напишите в комментариях. Вот таким вот образом я вас забачу на комменты. Давай, давай, господи, блин, я уже это видео должен был давно опубликовать. Ну, не знаю, что лучше, конечно. Но, наверное, священный суд. Плюс он же по факту, он там, подожди, он же ХП себе восстанавливает, да? Братец. Братец, как ты там? Ты же все ХП восстанавливаешь, да? Здоровье он восстанавливает 6%. Ну да, ну да, священный суд. Не, ну и пенек как бы ему тоже подходит, да, но... Ну, наверное, пока что так. Может, тоже на стриме пытаться доролить, сидеть. Как бы... Можем, в принципе. Пока что так оставить, реально. Давайте я не буду тратить ваше драгоценнейшее время. Я знаю, что оно у вас драгоценное. Так, книжечку забираем. Наверное, буду, да, ему ролить священный суд. Буду на стриме-то доролливать талант. Возможно, а может быть и нет. Посмотрите, он у нас почти в первой списке, но он не в первой списке. Давай-ка мы ему долбанем прорыв авто. И вот очень интересно. Ну, по идее, мне там говорили, что должно хватить на 30-й прорыв. Но у меня же там и красных камней тоже мало. Короче, посмотрим. Прям все непредсказуемо. Я этих цифр не помню. Смотри, у меня 3000 только красных камней. Ой, грустно сейчас будет. Но если на 30-ку я ему прорыв прокачаю, то силы прибавятся нормально. Так, красных камней хватило. Это уже радует. Идем дальше. Уже идем на, скажем так, 25-й там прорыв. И вот это вот все. А серо-буромалиновых камней там не хватит. Так, закончились красные кристаллы. Сейчас мы их расчехлим. Ла-ла-ла-ла. Не знаю, сколько тут их открыть. Сколько у меня их там всего? Друзья. Всего 1000. Давай открою, не знаю. Вот так вот 700 тысяч открою. И погнали дальше, друзья. Где ты? Он уже впереди! Так, опа. Улучшить. Вот, плюс 375 силы авто. Давай, полетели. У нас, ребята, уже финишная, елки-палки, прямая. Ну что там, 29-й прорыв и 30-й. Вообще красота. Ну и, как говорили мне на стриме, ребята, правильно, что всего мне хватит. Ладно, единственное, что мне сейчас не хватит, это золото, потому мы его сразу же расчехлим. И, конечно же, мы пойдем качать судьбу. Так, мы пойдем качать судьбу. Ла-ла-ла. А, да, у меня даже, смотри, у Динамо уже даже была прокачана судьба. А, ну окей. Да, тут как бы недолго мы качали. Подожди, давай проверим тогда у остальных, потому что у остальных должно сейчас все подняться. Смотри, значит, как бы подняться. У меня значки почета, ёпта, опустились. Ладно, давай там. Книг 300 тогда продам. Ладно, 400. Допустим. Пущай будет, да, секач. Судьба. Ну, как бы тут не хватает. Полетели сюда. Здесь тоже докачали. Здесь докачали. А дальше... А, вот давай сюда. Окей. Подожди. А, тут зефирик. Ух ты, ух ты! Я аж могу зефирика качнуть на максималку. А, ну да, на максималку, конечно. Конечно, да. Конечно, чуть-чуть не хватит. Ну, хотя там и дальше надо будет. Слушай, ну-ка, мы сейчас можем даже... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Можем много кого качать. А, ну, дальше, видишь, у меня тут некоторые упираются. Непонятно как. Но это ладно, это уже так надо будет проверить. Короче, 282 тысячи силы. Давай зефирика оставляем. Феникса не оставляем. Ставим Динамо. Просто сейчас будем угорать. А давай там Спарки. А вот эту жрицу. А вот этого вот поставим. Просто одни, грубо говоря, эпики.
и Зефирик. И пошли, короче, Хасани, селки-палки в рейда. Это как бы, это никакой не тест, просто, просто угара ради. Ой. Ну, сек еще бесполезно выпускать, когда стоят юниты. Динамо получает люлей. Я, как вы видите, ничего не спавлю. Хотя, смотри, стоял чертяга. Получил, да. Блин, получил пиздюлин, короче. Все, не повезло ему. А у меня, знаешь, у меня есть самоцветов тут по городе. Ну, давай, подожди. Вот мы тут вот такими вот героями поспамим. Эпичными, да, у нас вместо спама эпичные герои. И посмотрим, что этот вообще будет дурачок делать. По нему пробивают, но Зефирик живет, а этот недолго живет. Этот недолго живет и, в принципе, никого не вырубает. Не знаю, ну то есть, да. То есть, короче, надо еще думать по поводу его сборки, надо довыбивать, попробовать затестить на нем, скажем так, щит дракона, вот это вот все, но, ребята, самое главное, у меня теперь есть Динамо, вот, ребят, кто рад за меня, поставьте, пожалуйста, лайк, большущее вам спасибо за то, что посмотрели, Блять, ночью выпущу видео, нихера просмотров не будет. Постараюсь запустить стрим, если вот посмотрите это видео, видите стрим, приходите. Всем пока.